Друзья, будем запекать нашу красавицу форель. Посмотрите, какая она красивая. Я думаю, что вот такой рецепт, который я сегодня вам покажу, пойдет и на новогодний стол. Голову я отрезала, друзья. Здесь все внутренности удалила. Конечно, нужно промокнуть бумажным полотенцем всю рыбку, чтобы она была у нас сухая. Ничего сложного в приготовлении такой рыбки нет, но поверьте мне на слово, я такую рыбу готовлю уже лет 6 на Новый год. Именно таким способом вам понравится. Здесь у меня уже на плите стоит ковшичек, в котором я растоплю 100 грамм сливочного масла. И 2 столовые ложки меда. Друзья, любого меда. Сейчас. И в нашу смесь добавим, конечно же, приправы. Те приправы, которые предпочитает больше всего ваша семья. То есть соль, перец, естественно, но можно еще добавить травки. Мы добавляем, то есть в масло мы добавили с вами 2 столовые ложки меда. Друзья, и в нашу смесь мы отправляем, посмотрите, дорогие мои, здесь у меня сухой чеснок, перчик пол чайной ложки, мяты чуть-чуть, и я натерла имбирь. Конечно же, соль по вкусу. И все, сейчас мы вот эту смесь, немножечко она у нас потомится, и мы этой смесью натрем нашу рыбку и отправим в духовку. Друзья, вот так вот мы полили нашу рыбку. Посмотрите. Я ее положила на лимонно-апельсиновую подушку, как вы видите. Не на луковую подушку, а лимонно-апельсиновую, друзья. Это блюдо я готовлю всегда вот в течение 6 лет, я повторяюсь, на новогодний стол. Это праздничное блюдо, форель, запеченная в фольге. Друзья, внутри то же самое, мы также смазали такой же смесью из сливочного масла, меда и специй. Тех трав, которые вы больше всех предпочитаете. Итак, дорогие мои, а сейчас мы с вами дадим немного нашей рыбке пропитаться, где-то минуток 30. Минуток 30 наша рыбка пропитается. Форель наша уже 30 минут постояла в маринаде нашем. И мы ее заворачиваем в фольгу. И отправляем. Минут на 30. 20-25, смотря у кого какая, как печет духовка, в наш жировой шкаф. Как замечательно выглядит наша форель. Я ее, друзья, открыла где-то минут за 10. Посмотрите. Прекрасно пропеклась. Замечательная форель. Кстати, можно эту форель подавать целой, оформлять овощами. Или же можно ее чистить, потому что она прекрасно, шкурочку освобождаем. То есть вот так надрезаем здесь. Посмотрите. Она прекрасно чистится. Вот как проверить, друзья, готова форель или не готова? Готова ваша рыбка или нет? Если плавничок вот так отстает, посмотрите, вот прекрасно, значит, рыбка готова. Сейчас я ее выложу на тарелочку и покажу вам.
какая прелесть получилась. Настоящее царское банкетное блюдо, я считаю. Такое блюдо понравится вашим родным и близким. Вот тут я выкладываю апельсины, друзья. Помните, что подушка была у нас из апельсинов и лимонов. Здесь у нас остался сок. Можно, кстати, полить. Не стесняйтесь. Вы готовили сами, лично это ваше блюдо. Можно весь сок вылить на рыбу. Готовьте, друзья. Порадуйте своих родных и близких вот такой замечательной рыбкой к новогоднему столу. Рыбка в сливочно-медовом соусе на подушке из апельсина и лимона. Посмотрите, друзья, очень аппетитно, вкусно. Поверьте мне на слово, друзья, такая рыбка понравится вашим родным и близким. Форель. Я готовлю новогоднюю форель. Уже, наверное, лет 6 на новую такую рыбку. На дни рождения. Итак, друзья, всего вам доброго. До встречи на канале «Новые горизонты».